В селе Трунтаево сгорела квартира в деревянном доме. В одной из комнат пожарные нашли тело женщины 1954 года рождения, предположительно хозяйки квартиры, без признаков жизни. Возгорание ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Две машины провалились под лед на Байкале. В Кабанском районе в местности Маяк автомобиль попал в становую трещину. Люди выбрались, а авто утонуло. Еще одна машина частично провалилась под лед в Северобайкальском районе. Двигаясь по несанкционированной ледовой дороге в верхнем изголовье озера Байкал, местный житель не увидел трещину, которая ночью разошлась и слегка затянулась льдом. Водитель среагировал, но в последний момент все-таки, тем не менее, оказался в воде передним правым колесом. Инспекторы ГИМС главного управления, патрулируя данную местность, оказали помощь мужчине и помогли вызволить автотранспорт из западни. В Улан-Удэ на улице Гагарина Мазда врезалась в новый Волгобаз. 44-летняя водитель автомобиля Мазда Демия при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автобусом Волгобаз под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП 29-летняя пассажир легкового автомобиля доставлена в медицинское учреждение. А на улице Балтахинова водитель за рулем Калдины из-за несоблюдения дистанции въехал в Шкоду. От удара автомобиль развернуло. Пострадавших нет. Андрей Слепнев, новости дня.